Так, всем привет, с вами Кононова Аня. Сегодня мы поухаживаем немножечко за моим лицом нашей новой косметикой. И плюс ко всему я сделаю небольшой макияж. Сейчас мы находимся в Нижнем Новгороде. Завтра у нас форум. И, конечно же, артикул 2819. Это наша новая мицеллярная вода. Большая, 270 мл. Она удаляет макияж с лица, все загрязнения с глаз и губ и так далее. Ну что ж, давайте будем смотреть. Вечером я уже ей буду все снимать. А пока запах очень-очень приятный. Запах очень приятный, очень такой хорошенький. Я уж криво завязала. Еле нашла место, где снимать, поэтому немножко темновато. Снимаю напротив окна. Ну, посмотрим. Ну и, конечно, нашу мицеллярную воду нужно обязательно чем-то смывать. Почему? Потому что мицеллы с лица должны уходить, поэтому я взяла тоник. В этой линии почему-то тоника нет, и я не поняла, можно ли мицеллярную воду использовать как два в одном. Честно вам скажу, не поняла, поэтому лучше сделаю таким образом. Вот. Халат у меня тоже приотельный. Смотрю, чтобы ваточки обязательно были все чистенькие, хорошенькие. Места, где раздражение побольше, отрабатываю. Обязательно за ушками все протираю, чтобы было хорошо, удобненько. Дальше. Сумочка у меня с Мальдив. Дальше. У нас, значит, есть из линейки ухаживающий дневной крем. Есть ухаживающий ночной крем, и есть увлажняющий крем для век, и есть гидроконцентрат для лица. Такой вот классный наборчик. Сейчас я буду пробовать гидроконцентрат для лица. Мне это все пришло вчера. Я попробовала все по одному разу. Мне безумно понравилось. Вот видите, вот оно течет. Такой вот гидроконцентрат для лица. Я выдавлю немножко побольше, потому что я наношу и на зону декольте и так далее. Взяла их прям с собой. Ой, ну запах вообще обалденный, конечно. Взяла прямо с собой. И вот этот гидроконцентрат, ага, что-то он быстро впитался. Этот гидроконцентрат, он идет несколько уровней гиалуроновой кислоты. И тут идет 1,5% гиалуронка. И написано, что прям мгновенно будет увлажнять лицо и подтягивать кожу. Но я вижу, что цвет лица вот за эту минуту, меньше, чем за минуту, ну как-то вот поменялся, стал лучше и свежее. Личика пока липнет. Может быть, я много нанесла. Пока вот липнет. Надо подождать, может быть, минутки 2-3. Поэтому я сейчас буду наносить увлажняющий крем для век. Артикул 2818. Это легкий крем, который предотвращает преждевременное старение кожи, мгновенно увлажняя, сохраняя оптимальный водный баланс. Уменьшает выраженность морщин, быстро впитывается, придает коже вокруг глаз мягкость и эластичность. Ну что ж, будем пробовать. Такой вот кремушка. Обычно крем для век, он подходит и как крем для губ. Прежде чем делать макияж, я обязательно наношу не только на глаза, круговыми движениями. Прихлопываю. Забыла с собой и гуашу, и все. Поэтому чем богаты, тем рады. Ничего с собой не взяла. Но я и еду всего на несколько дней. И чувствую, что от смены климата, от того, что в 3 ночи я плохо спала сегодня ночью, из-за того, что поезд в 2 ночи приехал, да, с 2 до 3 мы не спали, потом легли спать, под окнами шумели, тут была дискотека. Мы, Антон, в каком отеле? Да, мы в самом центре исторического Нижнего Новгорода. Ну, кстати, крем впитался, мне нравится. Ну, сейчас можно нанести, я так понимаю, сверху дневной и посмотреть. Минут 10-15 нужно обязательно посмотреть, как будут ощущения, как будут моменты
Никакого раздражения, ничего там такого особенного не было у меня. Поэтому я не могу сказать ничего плохого про этот крем. Могу сказать только хорошее. Ну, крем очень приятный. Запах тоже обалденный, такой свежести. Все пока хорошо. Кожа кушает с удовольствием. Знаете, бывает такое, что крем, он сначала впитывается хорошо, а через пару недель кожа начинает его уже не брать. Посмотрим, как тут будет. Ну, должно быть хорошо. Обязательно, пока крем не впитался, делаю небольшой такой вот массажик, чтобы слегка было больновато чуть-чуть. Вот. Ну, в принципе, быстро впитался, но я все равно минут 10 перед нанесением макияжа подожду. Так, ну смотрите, я, значит, сейчас за ним понаблюдала в течение 10 минут, поставила на паузу. Что получилось? Получилось то, что я увидела, вот тут вот чуть-чуть скатывается. Скатывается почему? Из-за того, что я вот этот гель гиалуроника, гидроконцентрат для лица с артикулом 2816, я его нанесла толсто. И он мгновенно у меня впитался, я не успела надлежащее количество перенести на зону декольте и шею. То есть я брала крем и на это место, и на это место. А так как декольте у нас с вами большое, и шея тоже как бы не маленькая, то на лицо должна была уйти 1/3. Но когда я начала наносить и пошла уже на зону декольте, я почувствовала, что у меня на пальцах пусто, кожа съела. И вот мне кажется, из-за того, что я его слишком много нанесла, нужно наносить все-таки частями. Мелкие-мелкие вот такие вот скатывания есть, но они до такой степени незначительны, что я не знаю, стоит ли на них обращать внимание, но есть. Поэтому просто потоньше нужно наносить на лицо все, что питательное, жирное, увлажняющее. Хотя он такой идет, превращается в какую-то водичку, тоже очень-очень приятный аромат. Я считаю, что просто поменьше надо наносить и частично. Не так, как я привыкла, там подцепила, нанесла быстренько, а потом втираю, делаю массажик. Крем для век тоже впитался полностью, и такое ощущение, что хочется нанести еще. Я уже его сэкономила и думала, телевизор включился. Тут заходишь в номер, и телевизор сам включается, представляете? Но я лучше наложу такие вот патчи, артикул 1089, я их очень люблю. У них несколько вообще функций, и из-за того, что я сейчас была в дороге, я скажу честно, я очень поиздевалась над своим организмом из-за того, что день спала, ночь не спала таким вот образом. И вот как раз эти патчи, артикул 1089, они подтягивают кожу глаз, разглаживают мелкие морщинки и способствуют уменьшению отеков и темных кругов под глазами. Придают коже тонус, снабжают дополнительной энергией и содержат экстракт растения гинго билоба, который обладает мощным антиоксидантными свойствами, улучшает микроциркуляцию, оказывает противоотечное действие. И еще очень удобно именно с ним делать макияж глаз. Потому что если тени осыпались, они осыпались на патч, это во-первых. И во-вторых, пока ты делаешь макияж глаз, вот эти патчи, они могут до 20 минут быть на вашем лице и выравнивают большую, очень большую часть, считайте, самого, может быть, главного места на вашем лице. Таким вот образом. И они очень хорошо прилепляются и отлепляются. Никакой натяжки там, ничего такого нету. И очень такая, знаете, приятная прохлада. Я их люблю много лет и перед макияжем всегда их делаю. Итак, что же я сделаю сейчас? Мне хочется перейти уже к макияжу глаз. Поэтому я беру свою любимую палетку. Вот она, моя любимая палетка. Кстати, цвета передаются отлично, я счастлива.
Ну, как вы видите, она у меня практически новая, потому что я ее уронила, и вот этот цвет у меня полностью выпал, а без него мне сложно. Я его пробовала заменить тональной пудрой, чтобы допользовать ту предыдущую, но нет, у меня не получилось. Так, ну что ж, начнем. Сначала светлый оттеночек, который у меня больше всех подходит. Он идет как подложка, и мне очень-очень нравится. Я его прям наношу на все веко. Кстати, этой палеткой можно сделать полноценный макияж, что я прям обожаю в этой палетке. Чуть-чуть делаю тени, перемешиваю. Вот такие два розовых прекрасных оттеночка. Это пойдет как подложка уже под цвет теней. Очень-очень красиво. Там у меня муж сзади ходит. Сейчас уже вебинар, он мне подключил ноутбук, интернет. Я с вами сижу, болтаю. Благодаря мужу у нас все отлично. Наношу по-быстрому. Я вообще макияж люблю. Вот знаете, когда я молчу, когда я одна, мне ничего не нужно объяснять. Кстати, у палетки артикул 5738. Я вообще делаю 10 минут, потому что особо делать нечего, так как каждая женщина уже знает свои черты лица и знает, что ей может подойти, а что не может подойти. Тут меняю кисточку на потоньше и тоже нижнее веко подвожу, чтобы цвет был приятный. Затем я беру более такие темные коричневые оттеночки и тоже начинаю уже работать. Ох, как бибикают на улице. Открыла дверь и надеюсь, звук улицы не будет перебивать меня. Если будет перебивать, больше так делать не буду. Потом чистой кисточкой, я маленькой. А все кисточки все от Faberlic. Вот, поэтому вы их можете легко и просто найти на сайте Faberlic, зайдя под своим логином, паролем. Поэтому вот так. Вот таким вот образом я нанесла. И мне, в принципе, все нравится, все ровненько. И потом более тонкой кисточкой, более мелкой кисточкой. Так, это вот такой вот. Такая вот она, видите, маленькая. Я уже беру более темный оттенок и более темный оттенок накладываю уже вот тут в глубину глаза и сразу же растушевываю. Так, и тут то же самое. Глубина глаза и растушевываю. Иногда я еще делаю подводку, но в этот раз я решила без подводки, потому что зачем мне боевой раскрас? Я сейчас пойду гулять по Нене. До гулянки просто мы часик посидим с девчонками на нашем новостном канале. Я люблю проект Faberlic Online. Попроводим то, что с нами было в Казани неделю назад. И обязательно низ подвожу. Вниз подвожу. Водостойкую тушь я тоже с собой забыла взять. А так я бы еще накрасила реснички водостойкой тушью. Далее подвожу брови вот этим вот средне-коричневой. Перемешиваю с темно-коричневым. И все. Бровки готовы. Мне нравится вот эта вот, именно вот эта прошлая толстая кисточка для бровей. Сейчас кисточка продается потоньше, она тоже очень хорошая, но у меня есть у бровей такой зашип, они очень густые, жесткие, и той кисточкой просто подольше красится, поэтому я достала вот эту вот старенькую и просто подвожу. Ну вот и все, макияж готов, тушь забыта дома, но у меня нарощенные реснички. Я их наращиваю очень-очень редко, только по праздникам, потому что бывает такое, что опухают глаза, бывает, что не опухают. Поэтому могу сделать подводку, могу подводку не сделать. И потом, значит, снимаю уже патчики. Реально в два раза свежее лицо, сразу в два раза свежее лицо. И начинаю уже консилериться. Это у меня слово, мы... Девушка ко мне ходит в Кирове, и мы с ней это слово изобрели. Консилер я наношу таким вот образом.
высветляет все, что нужно. И спонжиком допрохожусь. Спонжик взяла постиранный, прошлую версию. Вот, новая версия, фиолетовый спонжик, куда намного лучше, чем этот. Но иногда хочется дорасходовать, потому что вещь хорошая. Деть особо некуда, потому что она заказывала новинок на сайте Faberlic. Вы меня знаете, я делаю все новинки. И все. Так, и все. И все. Ну, то есть таким вот образом. Таким вот образом выравниваю, потом наношу уже финальный крем, увлажняющий тоже, артикул 6416. Даю побольше, потому что ну, меньше мне тут абсолютно никак. Кисточка. Кто-то там говорит как громко, я надеюсь, меня не перебивает. Кстати, я как-то этими тенями, которые сейчас показывала, делала контуринг. Получилось вообще шикарно, честно вам скажу. Шикарнее не бывает. Тоже контуринг получился великолепный. Когда я забыла с собой специальную палетку. Конечно, набирать не так удобно из теней, как из кругленьких, но тоже было хорошо. Так, ну все, можно сказать, красотка. Можно сказать, красотка за 5 минут. Итак, контурирование. Вот такая палетка. Вот такая палетка. И поехали. Это последний штрих перед помадой. Так, значит, хайлайтер. Кисть чистая абсолютно была. Поэтому так, дальше румяна. Так, румянчики. И сам по себе контуринг. Контурингу я уделяю побольше времени, потому что уже возраст. И надо побольше подумать, как, что, к чему, зачем. Я очень люблю вот эти вот залысинки тут убирать контурингом. Как-то они... Их меньше видно. И больше всего вот эту часть я контурирую. Прям не жалею. Вот. И после этого, если что, я еще могу... По местам, которые должны быть светлыми, пройтись матовой пудрой, оттенок 65-33. Ну, где вот нужны закрепы, чтобы ничего не сползло, потому что я считаю, что пудрой нужно обязательно все закреплять, где вот нужно, потому что, ну, всякое бывает, и...
пудра из многих ситуаций спасет. Вот, например, чтобы в сильных морщинках на шее ничего не скаталось. Тоже хорошо. Так, ну что ж, помаду беру любую, потому что я сегодня свободна. Так, оттенок у помады получается 35-20, это Бесси, ухаживающая матовая помада. Ну, вот, в принципе, и все. Макияж готов. Все здорово и классно. Расчесаться, одеться и вперед.